Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Я приветствую вас из района Скидроу. Это район, где живет самое большое количество бездомных в Америке. Живет стабильно, постоянно на улице, от 4 до 8 тысяч. Это очень животрепещущая тема и больная тема для Лос-Анджелеса, и не только для Лос-Анджелеса, для всей Калифорнии в целом. По подсчетам, где-то бездомных 150 тысяч. И на самом деле говорят, что эта цифра преуменьшена. А на самом деле она в 2-3 раза больше, если взять во внимание всех людей, которые живут не просто на улице, а у которых есть машина или какие-то еще передвижные средства, и они в них ночуют. Давайте немножко поговорим о том, со стороны статистики, что говорят цифры. Бездомных где-то 70% это составляют мужчины, около 30% женщины. По расовому составу 1% это азиаты, 3% где-то это коренные американцы, 22% это латиноамериканцы, хотя сейчас по последним данным именно латиноамериканцы начинают как бы больше бездомных именно вот в эту категорию поступать именно с этой общины. Около 39-40% это черные и 50% это белые американцы. Сегодня еще мы будем затрагивать темы, почему люди становятся бездомными. Какую роль полиция играет, именно сколько средств тратится на полицию, именно в соотношении к теме бездомных. И как государство помогает людям, оказавшимся на улице. Оставайтесь со мной. На улице оказываются и семьи, и до 8% бездомных – это ветераны. Есть и дети. По статистике, где-то около 30% детей, которые прошли через foster care, через вот патронажные семьи, они могут в любой момент оказаться на улице и оказываются. Государство пытается помочь в первую очередь семьям, выдернуть с улицы детей. Второе – помочь ветеранам. Например, в Сан-Бернардино и Риверсайд каунти они полностью решили проблему и убрали с улицы ветеранов. А потом, как они это сделали? Потому что, например, в Лос-Анджелесе, чтобы получить квартиру или чтобы с тобой стали работать вплотную над твоей реабилитацией и чтобы ты мог закрепиться в обществе, найти работу, если это возможно, нужно пройти программы, которые лечат от алкогольной зависимости, от наркотиков и помогают тебе с ментальными, психическими проблемами. Но если ты не прошел, не согласился на эти программы, не прошел их благополучно, то ты как бы это как замкнутый круг. Ты никогда не можешь встать на очередь, чтобы получить бесплатное жилье или получить временное жилье, транзитное, чтобы потом получить помощь с интервью, с резюме, с устройством на работу и так далее и тому подобное. Где-то 2-3 года назад в Лос-Анджелесе приняли поправку, которая повысила налог для богатых людей, у которых доход больше 1 миллиона долларов, на 1%. Эти деньги должны были пойти именно на помощь людям, а это около 2 миллиардов долларов, именно на помощь людям с ментальными или психическими отклонениями, на строительство домов для них, на медицинскую помощь. Но этого абсолютно недостаточно, чтобы помочь всем на улице. Давайте немного поговорим о том, сколько денег выделяется государством на помощь бездомным. В 2016 году приняли такой закон, поправку, которая выделяет где-то 1,2 миллиарда долларов
на строительство 10 тысяч квартир. Это называется поправка HHH. Проблема в том, что когда 2 года спустя аудит провел проверку, оказалось, что прошло 2 года, а никакого строительства не ведется. И только разрабатывается 19 проектов из огромного количества того, что должно было разрабатываться. Но проблема еще не в этом. Мало того, что это задержалось на 2-3 года, и строительство не началось сразу. Так, когда рассчитывали, что 1,2 миллиарда потратить на строительство 10 тысяч квартир, рассчитывали это из стоимости от 350 до 414 тысяч долларов за один юнит, за одну квартиру. Ну а проверка, аудиторы выявили, что 1 000 квартир рассчитывалась, строилась из расчета 600 тысяч долларов за один юнит, и вообще в целом подорожало за 3 года, и уже этих 1,2 миллиарда на 10 тысяч юнитов вообще никак не хватит, и может быть в лучшем случае они покроют где-то около 7 тысяч юнитов, что для Лос-Анджелеса это капля в море, потому что вы видите, какое количество бездомных на улице, во-первых, а во-вторых, по статистике на одного человека, которого выдергивают с улицы, приходят около 2 других. Второй закон, или как второй такой фонд, который создался Лос-Анджелесом на помощь бездомным, это в 2017 году люди проголосовали за увеличение налога на продажу на 1/4%. Это называется Measure H. Одни некоторые думают, что 0,4% это так мало, что там можно насобирать. Но на самом деле это 360 миллионов в год на последующие 10 лет. И тоже эти деньги должны идти на помощь бездомным, на помощь людей с психическими отклонениями. И еще помочь 45 тысячам семьям, которые сейчас находятся на улице. И 30 тысячам людей помочь не оказаться на улице, которые вот-вот-вот сейчас в такой ситуации, что они должны оказаться на улице. То есть, как вы видите, и налоги повышают людям, которые больше миллиона зарабатывают, и на продаже налог повышенный, и облигации государственного займа выпускают, бонды, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Но ситуация на самом деле очень и очень плачевная, особенно после пандемии и после ковида ситуация становится еще хуже. Мы находимся в Венес-Бич, и почему мы сюда приехали? Мы хотели показать, что проблема с бездомными существует не только в даунтауне Лос-Анджелеса, а в принципе по всей Калифорнии, по всему каунти Лос-Анджелес и в Оранж-каунти. Ситуация в принципе получше, но тоже оставляет желать лучшего. Люди живут на пляже в палатках, как вы видите, а другие люди, которые здесь, это дорогая недвижимость, снимают квартиры по 3-4 тысячи долларов, больше недвижимость покупать здесь тоже очень дорого стоит. И соседствуют с людьми, которые живут на пляже, практически на пляже бесплатно, но в палатках или в лачугах, или в коробках. Мы очень много с вами говорили про то, что выделяются миллиарды долларов на проблему решения бездомных. Но как деньги эти тратятся? Около половины, очень существенные средства, тратятся на полицию. То есть в Лос-Анджелесе до сих пор существуют правила такие, как нельзя спать на тротуарах, нельзя, не во всех городах разрешается спать в машине, конечно, нельзя переходить дорогу в неположенных местах, а бездомные часто со своими тележками ходят, особенно если у них проблемы психические, они не соблюдают правила. Как правило, криминогенная обстановка в этих районах намного хуже, чем в районах, где нет бездомных. Наркотики, опять же, алкоголизм. Так что на полицию выделяются очень существенные средства. Из-за того, что в Калифорнии существуют еще такие правила, которые позволяют штрафовать бездомных людей за то, что они расположились в неположенных местах, в Лос-Анджелес каунти скопилось огромное количество штрафов, которые из них были 5 лет и 10 лет и старше, их никто не собирался выплачивать. Это миллионы и миллионы долларов. А штраф стоит где-то приблизительно не так много для работающего человека, может быть $100, хотя в Калифорнии одни из самых больших в стране штрафов. Но когда туда добавляются разные расходы на суд,
то штраф со $100 вырастает до $300. Но для бездомного человека платить эти штрафы совершенно неподъемно. В прошлом году город Лос-Анджелес решил в 2019 году списать эти штрафы. И оказалось, что надо было списать около 2 миллионов штрафов. Конечно, в перспективе город хочет тратить меньше денег на полицию и больше тратить на превентивные меры, так сказать, в саму комьюнити, и как бы начать распределять деньги по-другому. Но пока сейчас, в настоящий момент, существует вот такая ситуация, что около половины тратится именно на полицию и на поддержание порядка в дорогих районах и в даунтауне, где построили тоже разные комплексы дорогие, и на порядок в самих вот районах, где живут бездомные, выделяются очень большие средства. Бытует мнение, что бездомными становятся люди, которые выбирают свободу, которые любят свободу, которые не любят подчиняться правилам, которые не хотят платить за квартиру, получать счета, жить в обществе и так далее. Но на самом деле это не совсем так. Около 8% людей бездомных – это ветераны с посттравматическим синдромом. Это женщины, которые испытали домашнее насилие на себе, и у них какие-то за время жизни в таких семьях образовались или были диагностированы психические болезни. Это дети, которые выросли без попечения родителей. Это инвалиды. В последнее время очень сильно увеличилось количество бездомных среди пожилого населения, к сожалению. Все мы помним историю Эмили Замурка, которая приехала 30 лет назад в Калифорнию, чтобы стать музыкантом. И где-то около 3 лет назад она заболела очень сильно. И получилось так, что потеряла работу и оказалась на улице. Около 3 лет она жила на улице, пока ее не снял полицейский видео, которое стало вайрал, и как она пела классическую арию в метро. Так что может все что угодно приключиться с кем угодно. Люди не справляются со стрессом, теряют близких, могут пристраститься к выпивке или наркотикам и, так сказать, покатиться, спуститься на дно. Еще второе мнение бытует, это столько количества бездомных в Калифорнии, потому что приезжают из других штатов. Но на самом деле тоже это не совсем так. Около 75% по опросам шелтеров, приютов для бездомных, это люди, которые именно жили в Калифорнии, работали в Калифорнии, стали бездомными в Калифорнии. На этой ноте хочу попрощаться с вами. Сегодня мы затронули такую больную тему для Калифорнии. И я желаю каждому из нас, из вас и из ваших близких никогда не оказаться на улице. Всего хорошего! Perfect.